Первое, с чего начнется ваше знакомство с автомобилем, с правильной у него посадки. Есть две классические ошибки, которые допускают многие новички, сев в автомобиль. Почему современный человек вот так вот за руль садится? Есть такой стереотип, что если вот так вот сидеть, тебе при этом типа лучше дорогу видно. В плане безопасности данный вариант недопустим. Если мне придется резко и активно отруливаться, это не просто его дергать его вправо. Не вот так сидеть, дать в одну сторону, как корову. А именно руль диапазонно. Из исходного положения взять и резко выложить колесо в упор. Быстрый маневр слева направо, объезжая ямы. При любой попытке более-менее активно руль из такого положения мне локти не дадут этого сделать. И здесь предплечья, руки очень быстро будут затекать. Вторая в этом плане крайность – это посадка так называемая летняя. Полулежа за рулем, одна рука сверху, вторая в окно. Мне потребуется время, чтобы перегруппироваться и к нему подтянуться. Забросить в него вторую руку с подлокотника, с ручки, либо с окна. Именно вот эта вот доля секунды – это та самая грань. К сожалению, эта грань проходит между жизнью и смертью. Приходит это ощущение, типа, все, я как рыба в воде. Думать за всех придурков, которые меня в потоке окружают, и неадекватно ждать буквально всю любую секунду. Пока я левой тяну, я правую перебрасываю. Пока я правой тяну, я левую перебрасываю. То есть руки работают с одинаковой амплитудой, абсолютно равномерно, на раз-два. Автомобиль выравнивается, мы выравниваем колеса и почти подряд ловим второй поворот по зеркалу. Колеса до упора, колеса по центру. Ну и разумеется, пока вы учитесь, желательно приходите на каждое занятие под себя сиденье по новой перестраивать. Очень приятно было с вами работать. У меня все.